Все оговорено. Перевозка с места на место займет 10 дней. Надеюсь, с миром за эти 10 дней ничего не случится. Постой. А у нас есть запасной вариант? Запасной вариант? Алиша будто бы нервничала. Что будем делать, если правительство использует эту штуку во зло? Но это твои люди, Нейтан. Они просто люди. Власть, которую дает эта штука, вот ты бы кому ее доверил? Кроме тебя, никому. Вот почему машина настроена так, что ее нельзя использовать во зло. В нее даже нельзя войти. Она сама обновляется, сама себя чинит, сама устраняет неполадки. С завтрашнего дня ее никто не сможет изменить. Никогда. Я ведь тоже был программистом, Гарольд, до того, как стал большой шишкой. В любую систему можно войти, если есть время. Нам нужен выключатель, запасной выход. Это наш последний шанс его создать. Ты талантливый программист, Нейтан. И ты должен понимать, любая эксплуатация — это абсолютная эксплуатация. Малейшая трещина приводит к потопу. Если мы встроим запасной выход в эту машину, и о нем узнает кто-то еще, это будет очень плохо. Мы должны верить в машину, какой мы ее создали, и расстаться с ней. Отключение системы. Victor.